Так, ребята, распаковка Пиндудо. Угадайте, что мне здесь пришло. Что-то очень крутое. Друзья, это космонавт, светящийся. Посмотрите, как китайцы качественно упаковали. Тут захочешь, не разобьешь его. Это просто отвал башки, друзья. Ночью это будет невероятно выглядеть. Здесь у нас еще куча посылок. Не представляете, какое количество эндорфина я получаю, потому что я не знаю вообще, что внутри. Такой вот космический флаг. Ну, думаю, очень круто. Микрофибра. Космическому полотну идут еще такие гирлянды-звездочки. Вот такой вот плед. Под стиль миллионера. А? Четкая штука. Так, салфетки в стиле миллионера. Можно ими расплачиваться также. Я купил себе игрушки. Комплекты космонавтов. Как киндеры, очень качественные, тяжелые. Хорошо, на тест заказал на продажу вот такой вот, типа ковролин. Он должен забивать всю комнату, но качество просто, ну, говно. 6 юань, чего я хотел. Так, вот это что, я не знаю. Ну, по-моему, накрывашка. Качественно упакована. Заказал не я, но на мои деньги. Еще, друзья, у меня аллергия на пенопласт. Ну как аллергия? Я его вижу, и у меня все дыбом встает. У вас есть что-нибудь подобное? Китайская обувь. Не мне, но на мои деньги, опять же. Комплект здесь, значит. Очень крутые стекляшки. Хорошо упаковано пузырькой. Графинчик в таком же стиле. Крутой графин. Шикарно упаковано все, все целенько. Заказал белую рубашку, похожую на какую-то блузку, и опять маленькая. Все приходит маленькая, ёптыгадык. Все трусы маленькие пришли, ребята, не китайские размеры.